Утешителю души истины, и же везде сыпся исполняй, сокровище благих и жизни богателю. Перед входом в зоосад Жировичского монастыря освящен поклонный крест, не так давно освященная часовня на территории сада. Это место любимое для взрослых и детей, немало людей бывает здесь и в будние дни. Вольеры постоянно пополняются новыми питомцами, появилась пара верблюдов, оборудована здесь по сказочным сюжетам детская площадка. Есть на что посмотреть, убедитесь. Ну что, интересно тут? Да. Медведь страшный? Нет. Нет? Нет. Красивый? Да. А видели когда-нибудь медведя? Нет. Вы первый раз здесь? Нет, не первый. Впечатляет? Ну да, уже кое-что поменялось здесь. Интересно стало. Откуда ты приехал? Из Бреста. Первый раз здесь? Да. Интересно? Очень. А что самое интересное? То, что тут есть, два верблюда, они большие, я еще никогда не видела, наверное, верблюда.